запущены, чтобы вы сказали: «Вот теперь мир добрый и хороший». Будда, одобрительно улыбаясь, откинулся на спинку кресла и сложил руки на животе. Кира жадно смотрела на него. «Что ж», — сказал он, — «извольте, я сказал бы всемогущему. Создатель, я не знаю твоих планов и намерений. Может быть, ты не собираешься делать людей добрыми и счастливыми. Захоти этого, так просто этого достигнуть. Дай людям волю хлеба, мяса и вина, дай им кровь и одежду. Пусть исчезнут голод и нужда, а вместе с тем и все, что разделяет людей». «И это все?» — спросил Румата. «Вам кажется, что этого мало?» Румата покачал головой. «Бог ответил бы вам: не пойдет это на пользу людям, ибо сильные вашего мира отберут у слабых то, что я дал, и слабые по-прежнему останутся нищими. Я бы попросил Бога оградить слабых, вразуми жестоких правителей», — сказал бы я. «Жестокость есть сила. Утратив жестокость, правители потеряют силу, и другие жестокие заменят их». «Накажи жестоких», — твердо сказал Будда, «чтобы неповадно было сильным проявлять жестокость к слабым». «Человек рождается слабым. Сильным он становится, когда нет вокруг никого сильнее его. Когда будут наказаны жестокие и сильные, их место займут сильные и слабые, тоже жестокие. Так придется карать всех, а я не хочу этого. Тебе виднее, всемогущий. Сделай тогда просто так, чтобы люди получили все и не отбирали друг друга то, что ты дал. И это не пойдет людям на пользу», — запнул Романта. «Ибо когда они получат все без труда из рук моих, то забудут труд, потеряют вкус к жизни и обратятся в моих домашних животных, которых я вынужден буду впредь кормить и одевать вечно». «Не давай всего сразу», — горячо сказал Будда. «Давай понемногу, постепенно». «Постепенно люди и сами возьмут все, что им понадобится». Будда, сморщив лоб, молчал обдуманно. Аромат ждал. За окном снова тоскливо заскрипели подводы. Будда тихо проговорил: «Тогда, Господи, сотри нас с лица земли, создай заново, более совершенными, или еще лучше. Останьтесь и дай нам идти своей дорогой». «Сердце мое полно жалости», — медленно сказал Романов. «Я не могу этого сделать».